А куда делся продакшн? Подождите. Сейчас, сейчас. Ах, Бонич, Бонич. Ну да, точно. Простите, пожалуйста. Мне кажется, смотреть на ползунки громкости гораздо интереснее, чем на вебке. По счету, какая это хрень? А мы откуда считаем? Еще раз. Б ты нажал, Р ты нажал, мягкий знак нажал. Что нажал? Я ничего еще не нажимал, подожди, Бобер. Нажимаю уже. В том порядке, о котором я говорю, хватит ржать. Б маленькая, Р в обратную сторону, мягкий знак. Все это жми, если есть. Р в обратную сторону нажал. Мягкий знак. Нету. Ю, но как будто да. Ж, нажал. Буква Ж. Да, и последняя буква, все, осталась смайлик, последняя. Смайлик, смайлик, да. Смайлик, ты говорил. Нажал, есть, есть. Ну, есть. Ты, какой же ты долгий. Дальше, что еще есть? Все, больше ничего нет. Ну там в, по центру. По центру время тикает. И левые два сектора, они закрыты пока. Нажимать? Нажимаем? Поверти бомбу. Поверти бомбу. Ё-моё, ёж вертеть еще. Да что. А, что с батарейками-то делать? Они вообще не активны, я не знаю. Давайте я просто нажму на кнопку и все, проверим. На какую кнопку? Нажать, стой, нажать стой, написано. Подожди, нет. 50 правый нет. Верхний сектор, кнопка нажать, и все, больше ничего там нет. Просто кнопка. Подожди, какая надпись, кнопка? Какого она цвета? Кружочек, надпись нажать. Прям на нем надпись нажать. Белый кружочек, под стеклом, видимо, под стеклом. 14 секунд. Бахаем. 14 секунд. Тейка, тейка, 14 секунд. Жми на кнопку, короче, жми просто, жми. Жму! Есть! Есть! Ты, ну включайся в игру, ты чего ты же играла? Какие батарейки? Слушайте, я как будто сейчас на съемках смертельного оружия 3. Аж клешни вспотели, ей-богу, я так никогда не контролил. Маленькая Б есть? Нет. Жми Э. 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 Есть. Гантелька такая, как будто бы есть? Нет. А, лямбда вот такая, как АЕ. АЕ, да. АЕ, да. АЕ, Е, это вообще-то звук Э в английской транскрипции. Э, нажал. Если есть, то жми. Нажал. Такая ваза красивая, канделябра. Как вилка. Есть. Жми. И? Ну и последнее И, понятно, да. Ей, да. Отлично. Да, все, есть контакт. Еще дальше. 5 штук, еще 5 штук. Кручу-верчу, обмануть хочу, лицевая сторона. И здесь опять долбанные знаки с буквами. Поехали. То же самое. То же самое, что ли? Да. Звездочка. Давай. Буква З, как будто человек, у него эпилепсия началась, и он не дописал нашла. Нижнюю сторону. Есть знак С в кружочке? Нет. Есть пупочек? Нет. Пупочек. Есть такая крючочком такая кругленькая? Крючочком кругленько, вот я не знаю, что ты имеешь в виду, как лента такая из завитушка. Да, 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 да. Завитушку да, да. Нажал. Ж. Да. З. Да. И звездочка есть. Готово. Звездочка. Проводки. Два желтых проводка, ребят, сразу начинаем. О, это сколько их там? Сколько количество? Пять проводков. Пять проводков. Посередине черный есть? Нет, посередине желтый. Черный наверху. Стой, подожди, какой... Подожди. Если красный... Красный один? Один. Первый, желтый режь больше, первый. Чем один. Режь первый, да, ты права. Первый режу, боже. Ты правильно. Нет, нет. Да, нет? Да. Нет, нет, ребят. Проводков 6, я не заметил одного. Так, проводков желтый, 6, нет, ребят. Один, красный, проводок, красный есть, да, четвертый. Красный есть, да. Четвертый, режу. Есть, готово. Дальше, кнопка взорвать, красная. Красная кнопка взорвать. Нажать, отпустить. Так. Нет. Нет, не получается. Красная кнопка есть у нас. Это же не холд, это взорвать, это explode. Сколько элементов питания на этой? На чем? На бомбе. Батареек сколько? Батареек, где вот одну вижу. Верти большую, ее. Толстую, кручу, верчу. Одна большая толстая батарейка, больше ничего не вижу. А, красная кнопка. Мне надо нажимать, давить на нее. Удержание кнопки опять удерживаю. Удерживаю. К синей, да. Отпусти, 4. Когда любая... Четыре тоже. Да. Самое, как в прошлый раз. Четверка, на 14 секунде сейчас это будет. Есть! Омега! 14 секунд до взрыва, ребята! Там в чате 5, там же 6. Там 6 проводов, 6 проводов. Я как Роза Себитова, я... У вас товар, у нас купил. А, время пошло! Значит, ребята, 4 модуля. Значит, проводки, поехали. 6 проводков, 2 желтых, работаем. Режь четвертый, ты же знаешь, что делать. Изи, изи. Real talk, дальше. Поехали дальше. Значит,
Слово «паз» написано, а под ним 6 кнопок с надписями. Готово, весело, 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 да, еще раз, ничего. Похоже на то, что я выкрикиваю во время сексуальных утех. Миша, вот это вот, вот пикнюшка, посмотри. Используя слово на этой кнопке, определите во втором шаге, кто следует нажать. Повторяйте, пока не обезвредите модуль. Что? Мы умрем. Ну? Жму пас. Жми. Yes, да, поехали, очень мало времени. Ромбик из квадратиков. Да, ромбик. Дело как я, красный, зеленый, какой горит? Красный, зеленый, никакой не какой горит. Какой мигает, мигает. Зеленый. Жми, у нас были ошибки, да, у нас две ошибки. Синюю жми, синюю. Взорвались. Ребята, вы там не были, я там был. Я, так. Пожалуй, теперь буду жить в переходе, у меня ноги оторвало. Миш, гитара есть у тебя? Пришли, а тебе не попозже. Нужны ноги, все нормально. Красный. Красный есть провода? Нет. Режь последний. Нет! Мы все умрем. Четвертый. Четвертый? Еще разок. Желтые провода есть? Нет. Значит, если желтый нет, четвертый, иначе если красных проводов нет, я не понимаю. Может быть из-за ошибок? Четвертый. Ты же резал, не резал. Четвертый. Он резал четвертый или нет? Нет, я вот только что сейчас разрезал четвертый. И ваша теория не сработала. А у меня пол лица обожгло, ребята. Подожди. Желтых проводов не было, правильно? Желтых не было. Было три синих. А сиреник-то мы не посмотрели. Угу. А мне теперь смотреть нечем, у меня глаз выбило один, так что. Черт, мы не правы, тут эксперты не правы оказались. И начнем со слов. Значки, только расскажи быстренько, ты какие, да, есть. Значки, блин, И и Б есть, точно прям буквы И и Б. И есть еще два еще значка, как вот крестики-нолики, сеточка, только такая наискосок. И все, переходим теперь к словам, пузырь, ты разберется. И третий. А, есть, да. Хорошо. А где ты находишься? Я тоже в нижнем ряду, только самый крайний слева. А куда нужно провести тебя? Херово, треугольник, где треугольник крутится или что? Да. Треугольник, да, крутится в второй ряд, четвертый справа. Ой, слева, четвертый слева. Пять раз вверх, три раза вправо. А как его перемещать-то? Подожди, ничего не понимаю. Не знаю. Оно не перемещается. Пять раз попробуй вверх. Стрелочками. Может, стрелочками? Нет, стрелки тоже не работают. Стоп! А, вот, все, да, раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять. Пять. Нет. И вправо. Нет. Ну, как нет? Ну, так. Вправо? А, четыре, да, четыре, не пять. И вправо три раза. Все, вправо, есть, раза. Отлично, раз, есть. Разобрали. Все, я понял, с лабиринтами готов. С лабиринтами я смогу. А куда идти? А идти надо в правый верхний, в самый правый верхний. А, давай уже иди. Вверх, а единичка. Да. Вправо, вправо, вверх. Подожди, лево. Вверх, вправо, еще вправо, там вправо. Треугольник. Там треугольник. Да. Ой, это не треугольник, в смысле, там кружочек. Да, давай. А, страшно, так, дальше. Вверх, лево, лево, вверх, право, право. Ай, молодец тебе. Слова. А, кнопки, ты, кнопки, тебе говорю. Б. Скорее. Значит, Б, высунутый язык, смайлик, перевернутый вопрос и Ю с хренозяброй вместо кружочка. Отпустите, когда любая равна четырем. Есть. Дальше. Чгофл. Там стрелки еще. Давай по цветам. У нас ошибок нету. Какая кнопка горит? Зеленая моргает вроде как. Что это? Что это? Посмотри. У меня что-то пикает, ребят. У меня что-то пикает. Я не знаю, что это. Будильник там стрелся. А, я вас хреново слышу. Серийный номер. А, где ты, скотина? А, V90SE0. Ну, V как галочка. Ой, слабо. Закончилось. Так, ага. Горит зеленый, да? А, не горит, помигивает. Желтый, зеленый. Нет, все, желтый, синий нажал, уже ошибка. Синий. Теперь замигал красный. Красный вроде как теперь помигивает. Нет, теперь помигивает зеленый, а потом красный. Зеленый-красный. Вот так вот интернет. Там еще коротнуло что-то, у меня свет вырубило. Нет. Еще раз, нажимаю желтую. Нет, ошибка. В том же порядке нужно жать. Сначала одну, потом другую. Ну, я начал с желтой, сразу ошибка. Нет, надо жать ту кнопку, которую ты в самом первый раз нажал, а потом эту. То есть их нужно последовательно нажимать. Ты запоминаешь, какую жал до этого. Я в первый раз нажал желтую. Я начинал с желтой.
А, горит синий. Зеленый тогда, зеленый. А, нет, красный уже, красный, две ошибки же. Так, красный. Что, красную жму? Нет, сначала ту, которую ты жал, а потом красную. Желтую, красную. Красную. Бомбануло, пацаны! У меня нет, у меня там просто шкала настройки. Радиошкала с ползунком. Ну как вот, знаешь, на старых радиоприемниках. Мигает, лампочка, лампочка. Мигает, желтая лампочка мигает. Да, это как мигает? Пищи, как она мигает. Пик, пик, пик. Все. Д. Пик, пик, пик. Длинные, два коротких. Пик, пик. Свет коротнуло. Пик, 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 пик. Что? Пик, а, это разные пик. Буквы. Ой, твою медь. Пищи. Пищу. Пи, пи, пи. Так, тихо. Пик, З. Пик, 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 пик. Пик, 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 пик. Короче, придется. Можешь после паузы начинать пищать, после паузы. Вот слово закончилось, пищи. Бонич, мы взорвемся, ну давай. Я уже на небесах. Короткий, длинный. Я на облачке уже ножками болтаю, мне по барабану. Друзья, это выглядит вот так вот, понимаете? Бонич пищит, а вы, собственно, пытаетесь по коротким, длинным... понять, какая буква только что была. После этого пауза небольшая, вы приступаете ко второй букве и составляете потом слово. Исходя из полученного слова, вы выбираете частоту, на которую он должен настроиться. Класс! Можно я и азбуку? Ой, с удовольствием. Бонич, у тебя с метром проблемы. То есть твой с метром проблемы? Короткий. Да, он не сильно отличается от пип. Ну, то есть ты должен... Мы должны четко знать, что это короткий, а этот, сука, длинный. Понимаешь? Это когда в баню пойдем, ты четко поймешь. Пип-пип-пип. Красный и зеленый мигают. Красный и зеленый, потом синий. Красный, зеленый, синий. Сейчас что там? Сейчас надо мной склонились врачи. Бонич, у меня пожелание, в общем, по морзянке. Да, это очень тяжело, Миш. Она же, понимаешь, что надо она хитрая зараза. Делать. Да, да. То есть надо понять, где заканчивается буква, о которой ты пищал. Потому что по буквам у меня получилось вроа. И такого слова здесь нет. Кнопка взорвать желтая, морзянка и слова. Морзянку давай, пищи. Как я тебе обещал. Точнее, точка тире. Точка тирируй. Точка тире точка. Точка точка. Точка точка точка. Тире. Точка точка точка. Тире. Так. Тире. Тире. Точка тире. Точка. Да все уже. Тире. Такой буквы нет. Все, давайте. Дальше, дальше, дальше. Это уже шестая буква, ее не должно быть. Кнопка взорвать, ты. Желтая. Да, пикаем, значит, пикаем. Не надо пикать. Нет, ладно, пропикай. А, пока не будут... Не, ну я же в любом случае, у меня нет времени думать, я должен на что-то другое отвлекаться. 3-5-5-5, попробуй. 3-5-5-5. Настраивай, настраивай. Да. Что? Ну, да, настроил. Ты успел? 3-5-5-5 успел, да, но взорвался. Я успел, но взорвался. Не, не, там я даже... А где там цифр? Нет, там цифр нет, Миш, там шкала, как радио. А справа стрелочка, слева стрелочка, ты перемещаешь, да. Как на радио. Радио. А, хорошо, есть у нас чем заняться, пока я буду... Да, две минуты, как бы, я могу окей. Песню спеть, стих рассказать сейчас. Давай, расскажи, расскажи. Сижу я над бомбой в темнице сырой, без ноги, без руки, крабан молодой. Взорвался пердак уж десяточку раз. А Майкеру стей, хоть бы что. У меня дергается глаз. Ну все, больше, дальше по циклу. Я рискую предположить, что это койка. Койка? Давай рискнем. У нас есть право на ошибку, ребят. Да, это похоже на правду. Давайте, частоты. 3.572. Блин, ты же специалист на спокойку, я же забыл. Да! Вот так вот вы со своей морзянкой к нам решили лезть. Ты сюда говорила, иди. Ты это самое не знаешь, а ты все знаешь. А я интуитивно.
И два черных проводка. 4А и 5А. 4А режь. А5 не режь. Хорошо, не режу. Переходи. Это надолго. Дальше. Нет, это последняя стадия. А, понял, я не ту кнопочку. Так, быстрее. Это черный, да? Что такое? Что? Ну давай, что? Какие там? Я перейти не мог, все, ничего даже не появляется. Ну, я нажал на стрелочку перехода, и оно бомбануло. Ты, может... Провода, наверное, там... Мы просто на... Не-не-не-не-не-не. Там вот стрелочки, чтобы переходить на следующую задачу. Я туда нажал. Эй, у меня тут кот очень хочет, чтобы я погладил, поэтому я глажу пока кота. Миша, помоги, ты мне нужен. А я начинаю гладить себя, потому что, ну, перед смертью хочется хотя бы, ну, на хорошей ноте закончить все это. Анекдот расскажи. А, встречаются как-то два провода. Синий и белый. И один говорит, так ты нарезался, дружище, сегодня с утра. И второй, как, рванул? Синий режь. Говорят, синий резать. 15 секунд. 100% синий, 100% красный. 50-50 на 50, друзья. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И горит. Режь, если у бомбы синий-белый. Параллельный порт. Синий-белый, Тейч. Параллельный, да. Порт. Ёп. Короче, там, как вот в интернет-кабель, как мышку подключать, зелененький такой, старые мышки, помнишь, мы подключали такие? А нахера ты мне это рассказываешь, я не знаю. Миш, и красный такой, как ВГ-шный, слева зубчики, а справа какое-то пустое, ну, там... Как... DVI? DVI, скорее всего, да. Скорее всего, ну, DVI. Ну, не последует, не параллельный, ну, то есть... Есть ромбики, Миш, давай с ромбиками быстро. Две морзянки! Давай с морзянок начнем. Нет, ладно, поехали. Так, будильник идет в попец. Давай. Сейчас. Морзянку первую. Точка, точка. Точка, тире, точка. Точка, тире, точка, это разные? Тире. Тире. Точка, точка, точка. Пауза. А, желтая, синяя, зеленая, красная. Ошибка. Одна ошибка есть, да, у нас. Да как? Да как ошибка? Мисс Клик! Что ты там тыкаешь мимо? Мисс Клик! Мисс Клик! У нас осталась минута, все равно мы все умрем. Зеленая, красная, желтая, синяя. С ошибкой. Ну, желтая, синяя, зеленая, нет, красная. Нет, желтая уже все, сразу ошибка. Я не знаю почему. Зеленая, красная. Красная, желтая, синяя. А, две ошибки. А, потому что у нас другие ошибки. Еще разок. А, нет, все нормально. Две ошибки. Значит, тыкай желтую, зеленую, синюю, красную. Желтую, зеленую, синяя, красная. Синяя, красная. Есть. Ну а теперь быстро, ребята, вводим хоть какую-то херню. 24 секунды. Умоляю. А, любую херню, да? Да. Подожди, это не просто. А где я записал? Попробуй во второе слово брать. Обязательно попробую. Бонь, вторая морзянка, которую ты не читал. 3, 5, 3, 2. Где моя морзянка? А, я вижу. РБО. Где есть РБО? РБО. РБО? РБО. Борис, 3595. Ну, ребят, 3, 5, если бы мы жили на планете, где минута длится 7 лет, то возможно, да, я бы сейчас вводил ваши знаки. О, кайфовая игра, конечно, кайфовая. А синий-желтый или синий-зеленый, ты сказал? Синий-синий-зеленый был. Синий-синий-зеленый, дважды было? Да, синий-синий-зеленый. Надо четче говорить, четче. Синий-синий-зеленый, чатик, зеленый. Чатик, насколько я четко сказал этому глухому человеку? Синий-синий-зеленый. Синий-синий-зеленый. Ну, конечно, мы же спешим. Не вы взрываетесь каждый раз, и это разливается болью в сердце. Нет. Миша, проверяйте инструкции. Я уверен, у вас в инструкции ошибка. У меня ошибки быть не могло. Я думаю, это было бы слово «мостик». А я думаю, что это было слово «дерьмо». Надо проверить, его было в первую очередь. А давайте последнюю. Давайте, все. Маш, последняя, у нас последняя бомба, и я бегу за пивом. 5 минут, да? Да, 3. 5 минут. А да, ровно 5 минут, она же 5 минут взрывается. 5 минут. Есть, Миш. А. Все, проверь давай. Последнюю. А, буква «У» есть в самом конце?
Протыкивай последнюю, пятую букву. Понял, есть, протыкивай, буква У. Да, есть. З есть, предпоследняя буква? Предпоследняя, она уже З, да, она есть. Это внизу, есть внизу, пиши, внизу. Внизу, так. В... Победа! Подождите, я буду долго набирать. Я буду долго гнать велосипед. Гнать велосипед. На-на-на-на, сколько секунд? А, еще целая минута. Ну я, ребят, сейчас схожу, это... Руки помой. Да, рекорд, рекорд поставь, слышишь? Что-то позавидовала. Мы это сделали, ребята. Без морзянки, без всякой жизни. Это просто такой рандом лаки получился. Нам ничего не дали, самого жесткого.